У нас уже вечер, я собираюсь готовить ужин. Буду готовить тук-кук. Тук-кук – это суп из рисовых клёцок. Готовится очень быстро. Суп готовится очень быстро и легко. Нам понадобится мясо. Это у меня фарш, говядина. Рисовые клёцки, ток. Я еще добавлю манду. Это корейские пельмени. Понадобится одно яйцо, немного лук-порей, еще чамгирам, это кунжутное масло, кукканджанг, соевый соус, соль и перец. Самое первое, это мы моем холодной водой рисовые клёцки. И нужно вот так вот разделять. Начинаем готовить. Кастрюлю ставим на огонь и вливаем немного кунжутного масла и добавляем сюда мясо. Хорошенько обжариваем. И добавляем воду. Теперь добавляем наш ток. И манду. Теперь добавляем 2 столовые ложки соевого соуса. А можно и 3. Добавляем черный перец. Добавляем соль. Добавляем лук-порей. И одно сырое яйцо. Варим 5 минут и готово. Вот такой у меня получился быстрый и вкусный суп, ток-кук.